это не первый кенсер, что я прохожу, я уже прошла их много. Но экспириенс вот этого раза для меня был very, очень такой сумасшедший депресс, потому что это была реакция сумасшедшая. И отношение врачей, доктора, всех медсестр, всех, кто здесь, это не поддается никакому объяснению, потому что это было просто как одна фэмили, и все работали одновременно, и все делали макс, что мы прошли много лекарств, мы пробовали, мы меняли, мы это мазали, делали. Результаты налицо. Там есть фотографии, кого интересует, посмотрите разницу, и вы увидите, о чем я говорю. Я благодарна вам всем. От души, от того, что то, что вы для меня все сделали. И действительно, я приходила как в семью. Эта система лечения я начал пользоваться в 2012 году. Как только вышла эта новая возможность использовать таблетку, которая не химия, а работает именно на мутацию, из-за чего этот рак формируется, базилиома, я начал пользоваться. Проблема была, что когда мы пользуемся этим, как только мы перестаем, начинает рак возвращаться. И был вопрос, как сделать так, чтобы он уже не возвратился потом. И тогда я придумал использовать крем, который пользуется иногда для поверхностного рака кожи. Идея была, что я смогу его возвратить к его оригинальному размеру, потому что он начинается от поверхностный слой кожи, просто он такой незаметный, что его не замечали. В вашем случае вы ходили к врачу, он даже вам сказал, у вас там ничего нету. Вы имели уже раньше операцию возле этого места, специализируется, там написано по аппарату, они посмотрели, сказали, ничего нету. Но вы чувствовали, у вас был уже экспириенс, что, наверное, там что-то есть. Почему к нам попали, как? Потому что я вас знала before, я знала, что если вы, куда еще идти? Понятно, спасибо. Мы взяли на анализ и показали, что это morphia from basal. Morphia form, она выглядит как шрам, так что очень часто люди ее так и не замечают. Вот, потому что оно выглядит почти как нормальная кожа. Иногда такой белый marble appearance. Не так было видно, как ощущалось. Да. Вот видно особенно нет, но когда ложила палец, я чувствовала под рукой. Твердое такое чуть-чуть. Да, и вот тогда я обратилась второй раз. Да. И мы посмотрели, это явно был рак кожи, я с вами согласился, и мы взяли на анализ, показала такие оно. И мы сказали, есть такое лечение, и вы, молодец, согласились. И, как вы правильно говорите, результат на лице, ничего не и осталось. И на лицо, и на лице. И на лицо, и на лице. Так что это возможность, когда ты комбинируешь их, давать 90% шанс, что оно полностью вылечивает. И мы будем, конечно, за этим следить. Но оно выглядит, что оно уже полностью ушло, слава богу. И там были другие точки, которые сомнения у нас появлялись. Но я их мазала бы одновременно, и оно... И все ушло. Так что я уверен, что там тоже были эти очаги, и оно просто их убрало. Оно вылезло все наружу, это было very scary to look. Right. Но оно дало результаты лечения. Так что оно выглядит как беленькое такое... пятно. Да, вот с этим я пришла первый раз. А это ее предыдущая операция, которую взяли хорошо, после этого тут беленькое пятнышко. И потом мы взяли на анализ и начали лечение. Это немножко более заметно сейчас, вот оно, это пятно. Вы знаете иврит, да? Да. Вот это была фотография Ацилю, за которую я вам лично послала. Ацилю, это значит помогите. Это... Она показала эту фотографию, что... Это я лично послала вам, помните, на ваш телефон. Вы сказали, потому что я не могла ни идти, ни выходить, и это уже был крик. Да. Но, слава богу, мы дали мазь, и все равно пошло. Надо, чтобы работало обе стороны, и врач, и пациент вместе, и только тогда может получиться эффективный результат. Доверие вырабатывается не на ровном месте. Доверие вырабатывается, когда вы видите, как вам относятся, правильно? Да. Поэтому и результаты дают отношения внутренние и ваши отношения. И ваши отношения. Это, спасибо. Это не слова, это я прошла, и вы это видели. Это спасибо. Вот эта девонька мне запомнилась. Спасибо.